Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Спасибо.
Намо Бхагавате Васудевая. Ом 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 Намо Бхагавате Васудевая. Девим Сарасватим Ясам, Таджая Мудирае, Нашта Праеша Бадришу, Нитьям Бхагавата Севаям, Бхагавати Тамашлоке, Бхакти Бхавати Наштики. Первая песня, глава 9. Вот Бишмадева называется глава. Текст 4. Дриштва. Дриштва. Нипатитам. Нипатитам. Бумау. Бумау. Диваха. Диваха. Чьютам. Чьютам. Ива. Ива. Амарам. Амарам. Пранемуху. Пранемуху. Пандаваха, Бишмам, Бишмам, Саханугаха, Саханугаха, Саха, Саха, Чакрина, Чакрина, Дриштванипатитам Бхумау, Дриштванипатитам Бхумау, Дивашчютам Ивамарам, Дивашчютам Ивамарам, Пранемух Пандава Бишмам. Пранему Пандава Бишмам. Санугар Саха Чакрина. Санугар Саха Чакрина. Дриштвани Патитам Бхумау. Дриштвани Патитам Бхумау. Дивашчютам Ивамарам. Дивашчютам Ивамарам. Пранему Пандава Бишмам. Пранему Пандава Бишмам. Чакрина. Сануга Саха Чакрина. Дриштвани Патитам Бумау. Дриштвани Патитам Бумау. Дивашчитам Ивамарам. Дивашчитам Ивамарам. Пранемух Пандава Бишмам. Пранемух Пандава Бишмам. Санугах Саха Чакрина. Санугах Саха Чакрина. Дриштвани Патитам Бхумау. Дриштвани Патитам Бхумау. Дивашчитам Ивамарам. Дивашчитам Ивамарам. Пранемух Пандава Бхишмам. Пранемух Пандава Бхишмам. Санугах Саха Чакринам. Санугах Саха Чакринам. Дриштва. Дриштва. Так видя. Так видя. Нипатитам. Нипатитам. Лежащего. Лежащего. Бумау. Бумау. На земле. На земле. Диваха. Диваха. С неба. С неба. Чьютам. Чьютам. Упавшему. Упавшему. Ива. Ива. Подобно. Подобно. Амарам. Амарам. Полубогу. Полубогу. Пранемуху. Пранемуху. Пандава, сыны Панду, сыны Панду, Бишмам, Бишмам, перед Бишмой, перед Бишмой, Саанугаха, Саанугаха, вместе с младшими братьями, вместе с младшими братьями, Саха, Саха, а также вместе, а также вместе, Чакрина, Чакрина, с Господом, с Господом, несущим диск, несущим диск. Перевод текста. Увидев, что он, Бишма, лежит на земле, словно полубог, упавший с небес, царь Пандавов Юдхиштхира, его младшие братья и Господь Кришна склонились перед ним. Комментарий еще упали.
Шрила Прабхупада ки. Джай! Господь Кришна приходил с Махараджи Юдхиштхири, младшим двоюродным братом. И кроме того, он был близким другом Арджуны. Но всем членам семьи Пандавов было известно, что Господь Кришна – верховная личность Бога. А Господь, хотя и сознавал свое превосходство, тем не менее всегда соблюдал обычаи, принятые среди людей. Поэтому и он, как один из младших братьев, царя Юдхиштхиры, склонился перед умирающим Бишмадевой. Татра брахма шая сарве девашая ша саттама раджар шая ша татрасан драштун гарата пунгавам. Чтобы увидеть главу потомков Бхараты, Бхишму, там собрались все великие души вселенной, риши среди полубогов, браманы и цари, все утвердившиеся в гуне благости. Комментарии шли Прабхупады. Риши – это те, кто достиг совершенства на духовном пути. Этого может добиться каждый, будь то царь или нищий. Сам Бишмадева тоже был одним из брахмариш и главой потомков царя Бхараты. Все риши находятся под влиянием гуны благости. Узнав о приближающейся смерти великого воина, все они собрались там. Хари Кришна, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Увидев, что он, Бишма, лежит на земле, словно полубог, упавший с небес, царь Пандавов и Юдхиштхира, его младшие братья, Господь Кришна, склонились перед ним. Чтобы увидеть главу потомков Бхараты, Бишму, там собрались все великие души Вселенной. Риши среди полубогов, браманы и цари, все утвердившиеся в гуне благости. Одна из могущественнейших глав уход Бишмадева. Не всегда преданным приятно обсуждать темы, которые связаны с уходом из этого мира. Ввиду того, что у нас есть определенная привязанность к этому миру. И не до конца нами еще выведено из нашего сознания. И поэтому, хотя у нас есть желание двигаться правильно по духовному пути, не привязываться, мы учимся этому принципу вайрагии, то есть отречению. Тем не менее, сохраняются внутри еще какие-то желания материальные, и мы иногда бессильны перед их натиском, да, ввиду того, что мы по-прежнему находимся в гунах здесь, и у нас еще есть, скажем так, склонность попадать под влияние этих гун и в это время не отслеживать, что мы в гунах находимся. И как только касается темы ухода из этого мира, или мы видим, что как кто-то уходит, нас немножко настигает какое-то внутри уныние или смятение, даже так можно сказать.
некий страх нас обуревает. Этот страх несет, конечно же, нам сила времени. Время – могущественная сила. Хотя там собрались все необычные личности у тела Бишмадева. И хотя Бишмадев еще никуда не уходил, и все понимали, что Бишмадев может уйти, когда захочет, по благословению было. Тем не менее, большая часть их находилась в скорби, переживали, все в печали были в такой, ввиду того, что по-прежнему еще находились под влиянием гун. И также, почему многие скорбели, что Бишмадев скоро вот должен уйти, по идее. А все поняли, что они лишатся общения великой души такой. Ну, по этой причине мы также скорбим, когда Вайшнава оставляет этот мир. Мы печалимся, что мы сейчас лишаемся этого общения. Это единственное должно, по идее, нас печалить. Все остальное должно приносить радость. Ввиду того, что наконец-то Джива вырвалась с этого лабиринта вечного. Да, и должна радость у нас быть. И здесь говорится, что пандавы пришли вместе с Кришной, хотя Бишмадева, он не сразу Кришну увидел, лежал и ждал. Он не мог оставить тело, хотя уже, в принципе, все понятно было. То есть все, война закончилась, все хорошо, теперь мир, нужно уходить. Но Бишмадева понимал, что еще пока рано уходить. И хотя время, по идее, уже подошло, но он не собирался уходить. То есть, хотя Бишмадев обладал такой, ну, такой способностью оставить тело по своему желанию, тем не менее, зависел все равно от каких-то факторов. То есть, вроде бы свободен, и все равно какая-то сила мешает этой свободе. Эти силы были две. То есть, он все равно подстраивался под влияние планет. Да, он выждал, когда планеты станут в очень удобное положение. Хотя, конечно же, он мог еще не оставлять тело, но тем не менее подгонял эту, ну, эту возможность, чтобы оставить тело в удобное время, когда планеты стоят в определенный порядок, благоприятный. Другой момент гораздо важнее, почему он не мог оставить тело по собственному желанию. Он ждал, зависел, более того, зависим был. Обладал знанием, потому что, то есть, обладал трансцендентным знанием, не просто знанием материальным, полным, трансцендентным знанием, понимал, что самое лучшее оставление тела – это тогда, когда ты видишь Господа или помнишь о Нем. Да? Кришна говорит об этом, что Бишмадев, он понимал, а Кришна Арджуне сказал на Курукшетре, то есть, думай обо мне, когда ты придешь ко мне, то есть, момент оставление тела, думая во мне. Бишмадев уловил этот момент, и он ожидал, что Кришна должен появиться где-то. И поэтому не оставлял тело. Даже когда пандавы уже шли, Кришна осознанно не показывал себя. То есть он шел за Бхимой, за огромным, и, ну, испытывал Бишмадева, то есть он его чувствовал, как бы возбуждал специально, чтобы у Бишмадевы проявилось это, ну, лавлем, или жгучее желание его увидеть. То есть не просто, сейчас Кришна придет просто. Он сильно очень должен был захотеть просто увидеть Кришну, потому что понимал, насколько это важно в конце жизни увидеть его. И когда он понял, что Кришны вроде бы как нет, он забеспокоился очень сильно. То есть тем самым он усилил свою привязанность к Кришне. Эти беспокойства, где он, где он. И Кришна специально шел так, ну, и показывая себя, пока не приблизился близко-близко, и потом, когда уже начал подходить, Бишмадев, ну, Запирос сначала увидел павлине, и все, сразу он озарился счастьем, понял, что Кришна пришел, все нормально, то есть теперь можно спокойно оставлять этот мир. И все склонились, конечно же, к нему, к его стопам, и Бишмадев всех благословил, потому что это его было любимое дело — лежать на стрелах и всех благословлять. Говорится, каждый, кто к нему приходил, он всех одаривал благословением последок. То есть сам по себе, так как он кшатрий, и это одно из качеств кшатрия — щедрость.
То есть Бишмадев был в высшей степени щедрым человеком, поэтому он всех благословлял. И после того, как, конечно же, уже все склонились, выразили почтение ему, Бишмадев понял, что надо уходить из этого мира. Все, пока, вот пение хорошее. Но не тут-то было. Просто так с этого мира не уйти. Да, он настолько пленительный, этот мир. То есть он пленяет сознание в невежестве, в страсти, в благости. И вот Юдхиштхира он попытался держать еще Бишмадева какое-то время. Он пришел за чем-то важным. Он пришел получить наставление. Хотя у него друг Кришна рядом, все знает. Он может сам все рассказать, но тем не менее Кришна не рассказывает ему ничего. Он говорит, что толку от моих знаний? Вот у Бишмадева знания, что у него еще опыт есть богатый, управляет им всем невежеством. Вот иди к нему, просто он тебе расскажет все. И вот Юдхиштхира с этим намерением и пришел получить непосредственно ачар. И Бишмадев будет думать, что уже все, можно уходить из этого мира. Но Юдхиштхира его остановит, скажет, нет, дед, расскажи мне еще, мне надо знать, как справиться с миром. Я сейчас в смятении в таком, мне сейчас плохо очень, меня никто не может утешить. Даже Кришна меня не может утешить, я обратился вроде бы к нему, а он меня к тебе отправил. То есть успокой меня, потому что я сейчас в ужасе просто после этой битвы. На мне такой грех лежит за убийство стольких людей просто. Что виновник, в принципе, я этого всего. То есть он на себя берет эту ответственность, Юдхиштхира. Потому что битва как будто бы за трон была, да? Да, Юдхиштхира стал царем этого трона теперь. И Бишмадев будет его успокаивать. То есть он скажет, что... То есть начнет даже свою речь с того, он не будет давать сначала знания. Как бы о политике, обо всей экономике, об этом всем военном искусстве там и так далее. Он будет говорить, что Кришна, то есть Бишмадев лежит на троне, он понимает, о чем сейчас говорить надо. Какая политика, тут села выходить надо. Сейчас я погружусь в политику. И он начинает Кришну прославлять сразу же, потому что кто его знает сейчас, вдруг он уйдет куда-нибудь. Никто же не знает, где деяние, в чем он будет сейчас делать Кришну. Начинает прославлять Кришну, говорит, вот вы думаете, что у вас там Кришна, ваш брат двоюродный, вы так как будто бы обусловились. На самом деле это не просто ваш брат, это верховная личность Бога. Бишмадев прозрел. То есть до этого он не всегда это понимал. А тут он просто прозрел и начал прославлять, что говорит, если бы не Кришна, вы бы уже давно бы умерли бы все. Он вас везде спасал. И никто не видит, что это верховная личность Бога. Только три личности могут видеть, что это верховная личность Бога. Это Махадев, Капила, Муни и Нарада. Говорит. Они всегда понимают, кто это такой. А все остальные периодически в заблуждение входят, кто более-менее так что-то может там познавать. А большая часть вообще не видит в нем верховную личность Бога. Думает, ну просто царевич, я тут, и все. Ну и вот так он его прославляет. И Кришна стоит скромный просто, как будто бы не обращает внимания, но тем не менее он дает возможность Бишмадеву погрузиться в памятование, в смаранам сейчас, потому что это очень важно, сейчас оставлять тело будет он. И потом, конечно же, дед Бишма даст наставление Юдхиштхире и спокойно уйдет из этого мира. Не печались ни о чем, потому что Кришна там находится. И вот мы живем в этом мире сейчас. По сути дела, мы как на стрелах лежим. Ну так, если разобраться. То есть они нас пронзили, эти стрелы, разных материальных желаний, которых мы... И мы не чувствуем боли от стрел, как и Бишмадев. То есть мы не чувствуем боли от этих желаний материальных. Мы так как-то слились с ними уже, свыклись. Думаем, да, это все иллюзия. Мы не привязаны ни к чему. То есть у нас есть знания, мы изучаем все, и все нормально, как бы. Ну да, может быть что-то есть, но мы сильно на это не обращаем внимания. Бишмадев, безусловно, тоже чувствовал боль, но он просто не обращал внимания на это. Ну вот с Кришной только проблема у нас. Не всегда мы помним о нем.
не всегда мы его видим. Майя, она очень могущественна. Она как главный тренер нашей жизни. Она тренирует нас помнить о Кришне. И мы на нее злимся. Мы говорим, Майя плохая. Майя очень хорошая, на самом деле. Если бы не Майя, мы бы уже давно забыли бы Кришну. Она напоминает нам. Да, она к преданным с особой, скажем так, с особым трепетом относится к преданным. Она напоминает, как только мы немножко забываем, она нам сразу раз, так, за ухо нас подергает. Ну-ка, слушайте внимательно. Читайте внимательно, общайтесь внимательно. То есть помните о Кришне, не забывайте, потому что у Бишмадева хоть была возможность такая умереть, когда захочет, у нас же такой нет возможности. Мы же в любой момент можем просто выйти из тела. Нельзя так просто беспечно распорядиться жизнью так, как-нибудь. Нет, нужно быть очень внимательным и очень бдительным по отношению к своей жизни. Как минимум мы должны подняться на луну благости, чтобы попасть в общество вайшнавов возвышенных, как это сделали мудрецы, риши, цари, которые придут непосредственно к Бишмадеву, к тому моменту, когда он будет оставлять тело. Они все в благости были, в знании, то есть они озарены были знанием. Поэтому они точно знали, когда нужно прийти. То есть они раньше не пришли, чем нужно. И никто не опоздал из них. Все пришли вовремя, потому что знают могущество присутствия в тот момент, когда вайшнав оставляет тело. Они все туда пришли, просто чтобы увидеть, потому что вайшнав в это время сосредоточен на Кришне. Это значит, в его сознании Кришна. То есть не просто он помнит, он реально призвал Кришну. Кришна в его сознании. И видящие люди, обладающие знанием, трансцендентным видением также, они могут увидеть Кришну. Прямо воочию могут увидеть. Через сознание преданного. Например, как Упада, когда оставлял тело, то многие астрологи, там, садху местные, в Вриндаване, все, кто там, они все точно знали, в какое время Прабхупада оставить тело. Они вычислили бы астрологию, они знали, это очень благоприятно сейчас находиться, потому что Кришна проявлен будет. То есть очень благоприятно увидеть вайшнава, оставляющего чистого преданного, оставляющего тело. Можно очиститься, можно даршан Кришны получить просто. Ну и как-то там зарегистрироваться. Ну, если вдруг потом скажут что-то где-то, то вот я вот здесь был, посмотрите, там регистрация. То есть отметиться, потому что, ну мало ли, кто его знает, какое-то благо я получил. Очень благоприятно находиться возле тела вайшнава, который оставляет тело. И они пришли посмотреть на Прабхупаду, ну на этот процесс на весь. Но ученики Прабхупады, они в это время взмолились Прабхупаде, чтобы он не оставлял тело, потому что они были привязаны уже так к Прабхупаде, что им даже, как бы они не верили, в голову даже не могла прийти такая мысль, что Прабхупада уйдет куда-то. Так свыклись они, то есть с тем, что Прабхупада всегда будет рядом. Да, они начали просить Прабхупаду, Прабхупада, ну не умирай, пожалуйста, потому что нам столько ты оставил здесь всего, что мы сейчас сами не сможем удержать это все. То есть такая огромная организация мировая, а мы еще кто такие, мы еще как цыплята просто, только вылупились. И на нас такое просто, ну ты положил, ну, ответственность. И они начали просто плакать, выть просто, чтобы Прабхупада не умирал. Прабхупада также понимал, что ну, как бы в их плаче, в их зове есть ну, как бы доля правды, истины. То есть что на самом деле очень тяжело сейчас им будет сразу так. Только преданный, только вайшнав, только чистый преданный может отодвинуть смерть свою. Прабхупада отодвигает ее. Он говорит, ладно, хорошо, я не умру сейчас. Еще какое-то время будет Прабхупада жить потом. Достаточное время, чтобы ученикам дать знания, он опять начнет пить, потом кушать потихоньку, потихоньку, он опять войдет в нормальный ритм жизни. И от чего ужаснутся все садху, йоги, мистики все. Потому что они поймут, что по идее он должен оставить тело. Как это возможно просто? Для вайшнава такого уровня, для чистого преданного нет ничего невозможного. Он может двигать время смерти. Это единственное исключение, кто может отодвинуть смерть. Это только чистый преданный. Потому что он не подвластен законам времени. Время не действует на него просто. Он может отодвинуть. Это время есть как материальный аспект. Оно всех просто, оно держит всех просто. Но чистый преданный выходит за пределы времени, поэтому он не подвластен влиянию его. Бишмадев также. В этот момент, когда он видел Кришну, служил чистому преданному, Юдхиштхире, давая знания,
Он отодвинул время, опять же, что он думал, что я сейчас уже все. Но нет, еще немножко отодвинул. Сколько нужно было, столько и мог он отодвинуть. Можем ли мы что-то двигать? Что-то можно. Можем. А что мы можем? Стол можем. Нет, что касается времени. Время можно уставить. Говорится, пока мы выполняем наставление чистого преданного, мы чистые преданные. Только пока мы выполняем наставление. То есть, если мы сосредоточимся на наставлениях чистого преданного, мы тоже можем двинуть время смерти. Но это непростая задача. Потому что одно дело просто, пока мы выполняем наставление, другое дело, являемся ли мы вообще чистыми преданными. А, конечно же, преданного никогда не скажет, что он чистый преданный. Но, тем не менее, он должен стремиться к этому. То есть у каждого есть возможность такая, стать чистым преданным. У каждого. То есть каждый может приблизиться к этому выходу из тела в осознанном, трансцендентном сознании Кришны. И тогда для такого человека оставление тела это не будет чем-то страшным. Наоборот, он будет чувствовать, что наконец-то заканчивается мое мытарство здесь. И джива, она пробужденная в это время, она ликует, она жаждет выйти из этого тела. Она не то что боится и хочет остаться в нем, как это происходит с материалистами. И ничего не получается, у них еще ни у одного не получилось. И они все равно пробуют это делать. Глупость какая. Ученые там что-то пытаются понять, как продлить жизнь, а как подольше в теле остаться. А какой смысл в нем оставаться в этом дряхлом разваленном теле? Что там делать? Просто страдать дальше? Поэтому джива, они на самом деле многие хотят выйти. А так как они не знают, куда дальше, что их ждет, они чувствуют, что им просто сейчас не очень сладко придется. Поэтому приходится им удерживаться за тело. Тут, по крайней мере, хоть что-то более-менее понятно. Что-то понятно, что родственники рядом, что-то там накормят, оденут, что-то слова какие-то скажут. А там непонятно. Ну и это опять же в теле оставаться уже невыносимо, оно разваливается, так больно в нем находиться, что это ужас, как находиться в старом больном теле в момент смерти. Это описывается, когда джива видит этих, собак, которые приходят, да, и которые скажут Кимаду, там вот туда надо идти. Она это в ужасе все переживает, думает, вот что делать, выходить с тела или не выходить. Вот это смятение ее, добивает до конца, что она в этом страдании, оставляя тело, уходит в ад. Но преданный нет. Преданный, если оставляет тело осознанно, он единственное, что он, почему он хочет остаться еще в теле. Сохраняются материальные привязанности, карма еще до конца не отработана. Видать, есть материальные привязанности какие-то, желания какие-то мирские остаются. И эти узлы кармические, они не дают дживе спокойно уйти из тела. Она вроде бы уже вышла, ее обратно туда тянет. Желания тянут ее. И спасение это преданные. Вайшнавы, которые рядом окажутся, начнут киртан петь. И киртан, он развяжет все эти узлы, аннулирует все эти желания. И живо, спокойно может уйти в духовный мир. Там гуру появится, Прабхупада появится. В общем, все проявятся там, кому нужно. Это спасение преданных, что есть вайшнавы, которые тут же окажутся рядом и начнут просто петь киртан. Для тех, у кого нету такой защиты вайшнавов, им оставлять тело очень тяжело. Также есть, может быть, люди, которые практикуют разные виды практик духовных. Их тоже так же ждет эта участь выхода из тела. Им сложнее оставлять тело, потому что почти никто их не будет сопровождать в последний путь. Обычно будет сопровождать, когда уже все закончится. Да, когда придут, уже все тело, уже все мертвое, там и ничего нету, там и джива уже там вышла из тела, и непонятно куда она сейчас пока за тело держится. И тут появляются родственники, начинают свой киртан петь. Быть начинают просто это такое. И джива, она страдает просто, она просит, давайте воспевайте. А что-нибудь воспевать, они же ничего не знают, не научили их. И он пытается кричать им, пойте святые имена, пойте, чего вы боитесь, я живой, нормально все у меня. А бесполезно, и этот вой, он просто передает это настроение умершему. И умерший также страдает там, воет.
Поэтому великая удача, что в момент смерти окажется вайшнав какой-нибудь, даже у материалистов. Если вдруг кто-то преданный попадет на, ну, на такие похороны просто. Для дживы это спасение какое-то. Что она облегчение сразу чувствует, хоть один посланец Бога здесь просто пытается как-то защитить меня. На нас также ответственность, конечно же, лежит. Мы в течение жизни должны привязаться к Кришне очень сильно. Очень сильно привязаться, потому что в любой момент может прийти какая-нибудь беда. Пример Прохлады Махараджа. К нему беда периодически приходила. Но он как-то к этой беде относился как-то так, несерьезно очень. Как ребенок относится к каким-то там ситуациям несерьезным. Да, все, и ситуация. Могу спокойно пальцы в резетку засунуть, не напрягаясь. Ну, беда вот рядом, а он не напрягается просто. И Прохлад, он понимал, а что напрягаться? Господь в моем сердце, я воспеваю всегда его имена, мне что переживать? У него вера очень сильная, что его Господь много раз спасал, он убедился в этом, что Господь все равно спасет меня. Какой смысл бояться отца своего? Чего его бояться? Там такая же джива, как у меня. Там Бог в сердце так же, как у меня. Все, что происходит, это воля Господа сейчас проявится. И хотя Хирани Кашипу там в гневе весь был, говорит, я сейчас убью тебя. Но Прохлад знал, как ты меня убьешь. Ты что, руководишь своей судьбой, что ли? Кого-то ты убить можешь, что ли? У тебя Кришна в сердце. И он не хочет, чтобы ты меня убил. Поэтому что ты мне сделаешь? Ну, он так мыслил. Поэтому он спокойно просто проповедовал. Да, нормально все, отец, что-то расслабься. Здесь идет просто Кришна Лила, играй, подыгрывай как-нибудь. Не мешай этой Лиле, не мешай Лиле просто. Он так, ну, мыслил, что ты, ну ладно, давай. Ну, Хирани Кашипу, он был совершенным актером в играх Господа. Но он играл очень качественно свою роль. Поэтому, когда Нарисим Хадев появился, Бхагаватам говорится, что он начал его созерцать сначала. Он удивился, что это за личность такая. Вроде и не лев, и не человек. Что-то наполовину. Он просто разглядывал. А в других источниках говорится, что как только он его увидел, хотя он себя считал таким могущественным, никого равных даже не видел, он всех победил, но во всей вселенной, завоевал всю вселенную. И как только он увидел Нарисимхадева, у него волосы дымом встали от такого, чуда и страха сразу одновременно, что он сразу же взмыл в небо просто, чтобы убежать куда-нибудь от ужаса от этого, когда он увидел Нарисимхадева. Но Нарисимхадев его вернул. Вернул просто, ну-ка остановись. И вот в этот момент Хирани Кашипу начал просто созерцать его от ужаса. Что это за личность такая? Ну потом понял, что надо сражаться. Он не даст мне уйти куда-нибудь. Я сейчас попытался, ничего не получилось. То есть надо сражаться. И тогда он возьмет там булаву, они начнут там сражаться, меч там, и начнут они там. И Господь, он удивительный с одной стороны. То есть он пленил Хирани Кашипу своим этим чудом. Но грех, его грех, его страх вот этот просто, его вытеснил оттуда. Так же и мы. Когда к нам приходит какая-то беда, страх нас вытесняет. Но если есть знание, мы беду не видим никакую. Мы понимаем, что все по воле Господа происходит. Что здесь такого? Страха нету. Санкиртанчики, например, они это чувствуют, когда книги распространяют. В самом начале, как только берешь книги, какой-то мандраж. Ну вот сейчас надо идти на Санкиртану. Ну, как только начинаешь шаги делать в этом направлении, страх уходит, что понимаешь, а чего бояться. Кришна за всем стоит, он поддерживает каждый атом, все в его власти, что со мной может произойти. Он защитит меня. И если что-то тяжелое, преданность сразу на Симхадева вспоминает. Ну, а что еще делать? Какие-то варианты, что ли, есть? Нет никаких вариантов. Только на Симхадев меня спасет, а что я еще могу делать? И он идиот, бесстрашный. Бесстрашный, и вот надо подойти к человеку, немножко страх, мандраж, потому что еще остается материальная какая-то зависимость,
от этого мира. Вот и мандраж это дает материальное как бы обусловленность, ложное эго, что я какой-то вот такой, сейчас меня как-то уличат в чем-то там, значит, мои качества характера сейчас вытащат наружу, и так неохота, поэтому не буду я к этому человеку подходить. Пусть проходит мимо, я другого подожду. Более мягок будет ко мне. Мягкий должен быть он будет. Вот. И, как правило, бхакта они к матажам склонны подходить больше. Потому что они думают, ну там, по крайней мере, по ложному эго не будут проезжаться. Даже если проедутся, что я могу что-то знать, что сказать. Да, вот мужчинам, ну, как бы сложнее подходить. Потому что там сразу просто, ну, соединение такое, знаете, уже есть. Мужская энергия, она сразу. Когда только даете книгу, вам говорят, что ты мне суешь? И все, раз напряжение какое-то. Я не все хочу. Помогай, пожалуйста. И, ну, не все, конечно, мужчины так, но бывает. Ну, женщина так не скажет. Даже женщина еще так скажет, а бабки ему все равно. Так, да, ну ты матаешь, что ты мне с ним рассказываешь. Сейчас скажу тебе, что даю тебе. Но мужчине уже так не скажешь. Да. Поэтому самкиртана это такой метод, который прям очень сильно откатывает наше ложное эго, хорошо. И вот в этот момент страх уходит примерно где-то, ну, через 30 минут такой практики на самкиртане. Все, страх уходит, потому что какие-то вот эти углы острые, их сразу же оттачивает кто-то. И все, и потом уже не страшно к людям подходить, уже не важно, мужчина, женщина, там, кому угодно могут подходить. Нет страха никакого. Конечно же, мы должны всегда думать о Нарсимхадеве, потому что этот мир, он весь пропитан страхом. Потому что материальная энергия, ну, материальные желания, которые у нас есть, и материальная энергия, она их возбуждает постоянно. А преданный должен бояться этого, на самом деле, материальных желаний. Потому что не все преданные могут справиться с натиском. Когда наванет что-нибудь, какая-нибудь глупость в голову, не всегда сообразишь, что Нарсимхадева надо звать. Как-то, может быть, даже иногда бывает такое, зачастую такое бывает, лучше его не звать. Потому что он сейчас же рванет там все. Да, и поэтому как-то раз лучше забвение прийти. Должно так думать преданные, потому что как-то неохота, в принципе, расставаться с этим материальным желанием. Оно такое сладкое. Оно помогает мне в сознании Кришны. То есть такое даже могут в голову такие прийти мысли. Но иногда мы должны понимать, ну, по крайней мере, учиться этому, а потом, в конце концов, уже должны, ну, в привычку эту взять. Как только приходит какое-нибудь, ну, желание чувственных наслаждений, нужно понимать, что это страдания к нам будут сейчас в такой форме. И в этот момент нам Нарсимхадева звать, чтобы он тут же как-то проявился. Потому что Нарсимхадев реально, он просто заботится о преданных. Не так, что он только о прохладе заботится. Любой преданный, который имеет настроение прохлада, вот этого предания. Нарсимхадев тут же появляется. Для него это наоборот как бы лила. Ему охота поиграть. Потому что зачем еще Господь сюда приходит, как не играть? Однажды у нас такая лила была с Нарсимхадевом. Ну, не у меня с ним, а у нас там компания там, преданных попала в такую ситуацию, когда у нас землю забрали. Землю хотели, ну, развивать центр. И у нас просто взяли и власти забрали официально землю. Официально, как будто бы официально. У них есть рычаги определенные. Взять эту официальность и нам, ну, показать, что, ну, вот вас забираем, потому что все равно в законе не разбираетесь. И там были прокуратура, и там все кто-то был. В общем, они так взяли по суду и просто нас так всех размазали и сказали, отдыхайте вообще. Не суйте сюда, это наша земля. А земля очень ценная, очень дорогая. Потому что находится в центре, в одном месте, центральное место для. До паломников, там со всего мира съезжаются паломники туда. И Гуру Махарадж, что развивайте там центр, потому что это место в будущем будет могущественным местом паломничества. И мы туда раз ввязались, как-то начали это все как-то культуривать, оформлять, и кому-то не понравилось это, завистники появились разные.
Да, и поняли, что земля-то очень ценная, дорогая, если там построить гостиницу, она много прибыли принесет, и так далее, начали так размышлять. Ну, в итоге обратились, в общем, к сильным мира сего, скажем так. И просто по суду официально там 2-3 суда, по-моему, и все полностью закончилось, все судебное. Это разбирательство, и на землю забрали. Дали 10 дней на апелляцию, но также предупредили, можете и не писать ничего, все равно тут у нас все схвачено, что вы не мучите ни себя, никого. Я в это время в Майпуре был, когда последний суд этот был. И преданный, который отвечал, ну, за эту судебную деятельность там, он написал мне, сказал, ну все, вроде бы, похоже, мы уже ничего не сделаем. Что смогли, то сделали, ну, похоже, все, суд закончился, вот там забрали землю, нам дали 10 дней на апелляцию, но также мы, скорее всего, не будем писать, потому что адвокат прям нам четко сказал, говорит, мы-то можем написать, но вы же видите все здесь, все это. И я думаю, ну что делать, надо идти к СИНХД, вот что делать. Последняя инстанция. Я шел уже в алтарную, и шел, и немножко боялся даже чуть-чуть идти, потому что как-то, ну, понимал, что если он сейчас вяжется на СИНХД, то всем достанется, и нашим, и вашим, то что-то как-то так, у меня страх какой-то такой был. А вот именно Мдхава долго заставляла идти, раз ты взял ответственность за это все, то до конца сражайся уже что-то. Я пошел и зашел в алтарную, и так что-то посмотрел на Симхадева, как бы улыбку не увидел его. Хотя она там есть, если вы внимательно смотрите, если она у него аж вот отсюда просто прям. То, что он зубы показывает, это ну а что, любой лев, если улыбнется, он все равно зубы покажет. Как ты улыбнешься, не показывай зубы. У него просто они вот такие. Я что-то не заметил в тот момент улыбки его. И подумал, не, лучше пойду к Радха Мадхаве. Они тем более прям рядом здесь, алтарь открытый, они милостивые. И на них смотреть так приятно. Думаю, наверняка не поймут меня. Начал плакаться и говорит, вот так и так, помогите, то-то, то-то. Хотим проповедовать. Мы так, ну, у нас землю забрали, помогите нам. И какой-то баба подходит ко мне сзади, так по плечу мне так постучал. Он говорит, не беспокой Радха Мадхава. Тебе он в тот кабинет надо. Как бы сказал, иди к Симхадеву. Иди к Симхадеву. Там вопросы не решают. Здесь не отвлекают, здесь они наслаждаются. Не танцуют. Что ты пришел с какими-то проблемами? И мне так что-то жутко стало внутри неудобно. Я извинился, пошел к Симхадеву. Думаю, ну ладно, что будет, будет. И я также начал плакаться ему, в общем, что все плохо у нас, так не смогли ему удержать землю. Помоги нам, пожалуйста, выполнить наставление духовного учителя. И попросил, чтобы он какой-то знак дал, что он слышит меня. И Радха Мадхава также, я сказал, дайте знак, что вы меня слышите, что вера слабая еще. И вот знак мне вот этот баба дал, что они слышат. Я на Симхадева, думаю, тоже спрошу. И думаю, сейчас, может быть, тоже кто-то подойдет, скажет, иди отсюда. Я с облегчением вздохнул. Но никто не подошел оттуда. С алтаря, он снял пуджари, зашел в алтарную. Он зашел, взял эту корону со стопами на Симхадева. Подошел, одел на голову мне. И в этот момент какие-то секунды, наверное, просто. Я прям увидел. А, я еще попросил у меня Симхадева, чтобы он пришел ко мне, ну, лично ко мне, в какой-то форме, в которой я могу поклоняться. Попросил его. То есть я хочу поклоняться тебе просто. Приди ко мне в какой-то форме, в такой, в которой я смогу тебе поклоняться. И потом сказал, дай знак какой-нибудь. Ну, он придет, этот пуджари придет, мне один корону на голову. Я в какие-то секунды увижу этого на Симхадева. Секунды какие-то просто. Такое красивое божество. Невероятное. И он живое прям. Живое. И он в такой форме боится меня стоит. Он стоит, ноги так. Раздвинув ноги так. У него булава, ноги так опущены. Здесь чакра, здесь раковина. И одной рукой он благословляет. Удивительно красивая форма. Я подумал, такая неужели такая форма существует.
и раз, и все, он снял лекцию, и раз, и я пошел в Чусе. Ну ладно, пойду. Пойду спокойно, теперь вроде как лечил. Ну, теперь буду ждать, что будет. Я пошел, брел, просто школу матом повторял, и просто у меня такое счастье было внутри, что на этих ходах как-то проявился. И буквально где-то, не знаю, минут, может быть, 15 пройдет, я на рынок попаду, ну, это по Москве рынок там, и там Лила развернется там одна, и я подойду к этой лавке, там будет написано на Симхадев, и я подойду к этому, ну, лавочнику и скажу, есть на Симхадев у тебя божество? Он говорит, есть, и показывает, и там вот такое божество, наверное, большое, сидит вот так, и ну, Лакшми у Симхадева на колени, он говорит, ну вот. Я говорю, нет, это не такое, куда я его возьму? Так, ну, внутри думаю, я не такое божество видел. Я говорю, не, надо маленькое какое-нибудь. И он вынес какого-то такого небольшого Симхадева. Показал я тоже что-то, говорю, нет, что-то не там. Да еще, он говорит, нет, больше нету. И я не ухожу, как-то стою, думаю, я подожду, говорю, может найдешь что-нибудь. Он говорит, да нету. И я стоял, и он так стоял, просто стоял. Раз как-то. Раз он как подключили, как будто бы он так разворачивается. Заходит за шторку, какая-то шторка, там начинает что-то копаться. И выносит вот это божество, которое я видел. Такое божество где-то. Оно сейчас на алтаре у нас стоит, Пятисина. И он выносит его, и я прям вижу, что я его и видел. Я вижу, он мне его дает, и видно, что он сам недоумен. Что он не взялся. По идее, он должен стоять на витрине где-то, да, такой же. Проявилось, конечно. И он дает мне это божество, я его сразу несу в номер, а мне уже завтра улетать. И тут вот как он начал проявляться. А там преданные столько она заказывали всего, и у меня получилось... Это 98 килограмм, это только ручной кладезь. А я пошел Гаруде молиться, говорю, Гаруда Дев, тут твой хозяин к нам летит, в общем. А ты в конце концов там в небесах, у тебя все нормально. Может быть, ты как-то позаботишься. Ну так, помолился ему так от сердца. И началось, у меня такой четверной перелет был, это был Майпур. Дели. Дубай, Москва и Омск. Такой перелет был большой. И представляете, я вот это все в руках нес. То есть у меня рюкзак был 38 килограмм, помнишь. Сумка одна была, у нее были посуда секционная, железная. У них там 70 комплектов башен было. И она как раз там что-то 38 килограмм, что ли, весело это все. Такая вот такая небольшая. Как гиря такая. И здесь сумка там с другими какими-то этими. Все вместе, оно так и выходило где-то 90 с чем-то. И я вот так летел, вот эти все маршруты с ручной кладью. Ни разу нигде меня никто не остановил. Просто как будто меня нету. Там в одном месте сначала Сион. Стюарт, да. И он, там, я помню, в Дубае он такой. Там пересадка, а он такой, он высокий, такой худой, такой высокий, и он всем помогает вещи, берет вещи, всем помогает, садитесь сюда, и я такой иду, важно идти улыбаться. И он говорит, давайте помогу, я говорю, ну проблема, я сам положу, я что знаешь, сейчас его возьмет, это хотел. Он, не, давай помогу, я говорю, да я сам, он прямо из руки у меня вырывает эту сумку. И такой, на меня такой смотрит, такой, да, мы все вдвоем там раз положили это все. И как-то он ничего не сказал, обычно, ну, просит как-то это выходить. А тут раз, как-то все нормально. Потом, до этого в Дубае, еще до самолета я шел, это транзит был, когда мы переходили с одного терминала в другой. Я иду, а я в вашнавской одежде иду, а все в черном идут, в сером, русские, вот такие, знаете, летают. И все такие угрюмые такие, а я такой иду в этом, и улыбаться, потому что иду, и впереди этот сектор, где проходит осмотр. Я смотрю, там эти челмах, мухаммас, Дубай, мусульманская страна.
И они такие челнах, такие с бородками, такие, я думаю, боже мой, сейчас. А я как белая ворона просто иду, большинство лет не обидно же сразу же. Я смотрю, они так сдалека на меня смотрят. Мы идем, подходим, подходим все. И я думаю, Кришна, помоги, пожалуйста. И раз я вспоминаю, что, блин, Сипхадев уже здесь теперь. Я, Сипхадев, пожалуйста. Это же все, это не мне, это же Бхактам, это все нужно. Помоги ей, пожалуйста. И раз я смотрю один этот. Потому что если они это сейчас все поставить, они однозначно меня не пропустят просто туда. Я смотрю, один из них такой раз на меня такой смотрит, смотрит. И где-то, не знаю, метров, наверное, 15 остается. Ну там прям группа это идет на всех. И он так руки вскидывает и такой. Хари Кришна, Хари Рам! Так громко так кричит, все, раз, куда они кричали, смотрит на меня, смотрит, что на меня смотрит, и на меня все так же смотрит. И я заликовал внутри, я сразу поставил сумки, потому что уже тяжело нести. Я поставил сумки и даже Харибал! Хари Кришна! И он такой навстречу ко мне такой идет, так, обнимает меня такой. Хари Кришна, Хари Рам! Такой, ну да, да, Хари Рам. Он говорит, давай, я помогу. Ну, видно, что просит, давай. Ну, и такой раз. И все, конец. И он берет эти сумки. Проносит через какой-то другой терминал, через другую эту стойку, где никого нет, так раз, как-то боком-боком туда раз, и все так что-то поставил, там кто-то что-то ему что-то сказал, он что-то посмотрит, выломал, что-то раз, и раз, и я уже прошел все. Все прошел, и он меня там что-то еще раз меня обнял, давай, Хари Кришна, Хари Рам, такой раз, и все. И это все, я иду, уже пройдено это все, иду, я думаю, как это возможно? И никто внимания-то не обратил, как-то раз, так и прошло все. В итоге так я долетел. Ну, пролетел все эти, все нормально, в общем. И потом. Преданный говорит, что-то 4 дня осталось до конца апелляции. Преданный звонит мне, который говорит, слушай, здесь какое-то это. Что-то происходит, такое непонятное. Что-то происходит непонятное. Я говорю, что такое? Он говорит, адвокат наш позвонил и сказал, что там звонок какой-то в прокуратуру прошел. И кто-то позвонил туда, они не знают, кто это позвонил. Позвонил, сказал отменить решение суда и в принудительном порядке вернуть землю. То есть и там сейчас переполох просто, они хотят узнать, откуда, что, как это, что делать. И адвокат предлагает все-таки написать апелляцию сейчас. Такое удобное положение, такое, что надо это сделать. И говорит, ну что писать? Говорю, конечно, пишите, это 100% на Симхадев мешался. Давайте, пишите. Не, они раз написали, все, раз суд через какое-то время. Идут на суд и на суде просто в обратную сторону. Адвокат громит всех. Хотя там все эти же люди, и он их просто все. Все это апелляция проходит. И отменяют суд, вернее, решение суда. Потом еще один суд назначают. Через какое-то время еще один суд, и нам обратно дают землю. И суд заканчивается, и тишина, и нас больше не трогает вообще. Все, и прямо почувствовал, что Симхадев пришел, просто и всего решил. Если правильные мотивы, чистые, то Симхадева родила. Ему поиграться охота. Он скучает, потому что иногда хоть кто-то бы что-то попросил. По мелочам. То есть мы должны доверять Симхадеву. А нам надо понять, что наша жизнь это просто, ну реально мы в беде находимся. Это беда. Не нужно думать, что сейчас все нормально у нас. Да нет, мы в беде, потому что мы не можем понять, в какой момент мы можем оставить тело. И мы просим Симхадева, чтобы он выгнал этих демонов из сердца. Постоянно выгнал их, вгонял их оттуда. Чтобы тогда нам легко сосредоточиться на Бхагаватам, на Кришне. Это очень легко. Почему мы не можем сосредоточиться? Демоны мешают. А они невидимые. Они сейчас так подстроились, просто что их не видно, что они мешают нам. Они очень мягко пользуются вот этой энергией, ну, кали. Они как кали-челы. Они это его спутники кали. И он проникает в наше сознание и просто закрывает нам Кришну. Поэтому у нас вера слабая в Кришну. Мы начинаем доверять Майе, ну, то есть этим законам, скажем так, мирским. А она подыгрывает, раз ты хочешь, ну, пожалуйста.
И как где-то мы что-то видим, где-то что-то со смертью, мы в страхе боимся. Это значит, мы не готовы. Нам на Симхадева надо просить, чтобы он выгонял эти демонов. Тогда легко упомнить Кришну. Везде его можно видеть. Преданный никогда не унывает тогда. Всегда счастливый. Что бы ни произошло, он в блаженстве. Преданный в экстазе настоящий. Но нет проблем никогда, потому что он преданный. Что Кришна в его сердце, всего чего боится. Поэтому в этот день надо прославлять Насимхадева, просить его, чтобы он играл с нами. Играл, он играть хочет. Не просто мы ему молимся, когда тяжело, трудно. Ну это понятно, это лучше, чем вообще никак. Но также играть с ним можно, потому что он любит играть. В конце концов, у него кошачья порода. Наполовину. Коты любят играть. Да, можно играть. Ну, не забывайте, что это не Симхадев, просто кот какой-то. Полукот. Это полулев, получеловек. Можем что-то пообсуждать. Немножко времени сказать есть. 25 минут. Состояние сейчас этого центра, который сейчас там развивается Ванапрасхашрам, то есть там живут бхакты, там сейчас 6 коров, также центр Кусальге. И сейчас буквально через 2 дня начнется мужской ретрит там, туда в тайгу. В тайге находится центр, 240 километров в тайге от города. Туда съезжаются люди. От какого города? От Омска. Ага. Окунево такое. Я слышал в интернете. Ну вот там. Но сам Симхадев пока. Он туда тоже поедет, однозначно, но он стоит в доме 7-5 истин на алтаре с Панчататой. Его игры сейчас там протекают. Он там играет. Его сегодня не побывает там. И праздник будет большой. Он уже идет там этот праздник. Симхадев также помогает нам в марафоне Прабхупады всегда, он участвует в нем сам. Он с нами едет на выездную, у нас где-то человек 30 выезжает по северным городам, по самый север, где температура в декабре примерно от 30 до 55 мороза, плюс-минус, вот так, температура всегда. Ну, все зимы так, до 60 бывает такое, такой регион северный. А так как это регион Гуру Махараджа, то мы туда собираемся на целый месяц группой. Едем и целый месяц мы прям по городам вот так проезжаем. Там 2-3 дня в городе, 4 дня в городе, 5 дней мы так прямо на машине просто едем с санскиртаной. Берем книг, много очень, и прям и на Симхадева берем с собой. Мы первый раз его взяли, была Абхишека, первый день марафона Прабхупады. Как открытие, презентацию марафона мы устроили Абхишеку, такую праздничную. И омывали, и потом, когда начали, я взял его, чтобы его вытирать, я его взял, он ледяной был. Потому что бхакты, ну, как обычно, трансцендентно, харибольно такие, тамагунные, забыли его нагревать. Вот его обмывали ледяным, холодным всем, холодным молоком, холодным соком, то есть, все холодное. И видно, он прям холоднющий был. Я его когда взял, думал, ужас. Я сразу попросил прощения, говорю, прости нас, пожалуйста, мы вообще тамагунчики такие, ну мы что, в Кали-Юге живем. Ну, начал там плакаться опять про себя. Прости нас, пожалуйста. А оказывается, как выяснилось, он забрал на себя весь холод. И в итоге мы проехали весь месяц по северу, и температура максимум была 7 градусов мороза. А все остальное 5, 0, там плюс 2. И люди на севере в шоке были, они говорят, такого никогда не было. И так мы проехали весь марафон. Потом на другой год мы его не взяли, что-то мы что-то там, и не подумали, что его нужно брать, решили его не беспокоить, что-то, и не взяли его. И весь марафон температура 50-55. Это ужас был для преданных просто. Ну, мы как-то проехали, но мы просто сглупили, что-то не додумались. А вот в этот марафон, который был, мы опять его взяли, уже так, осознанно. И мы уже не стали вам умывать холодным ничем.
И он забрал опять весь холод все равно. И температура была тоже не больше там 7 градусов мороза. Поэтому он также любит участвовать в марафоне, вот такой санкертанский санкадев. Сегодня праздник, день явления Нарсимхадева. Сейчас день, когда Нарсимхадев пришел в этот мир спасти бабку своего прохлада и тем самым явив миру свою удивительную форму, которая до сих пор поклоняется, вайшнаву в основном поклоняется ему. Редкое божество такое, которому поклоняться могут вообще. Обычно никто не хочет поклоняться ему. Боятся его. Даже когда делали это божество, стопать его, он не решился делать. Когда преданные сказали, делайте на божество, и он говорит, я не буду его делать. Они его упрашивали, он отказывался, как только мог. И потом преданные уже не знали, что делать. Помолились, в общем. И во сне пришел его гуру этого, стопать, во сне пришел и сказал, сделай им Нарсимхадева. Вот им сделай. И он возьмется его делать, и он его будет долго очень искать, этот материал, камень этот, чтобы сделать Нарсимхадева. И уже времени мало останется, и он есть, на последний момент что-то найдет и сделает это божество. И как только он сделает это божество, он сразу убежит к своим друзьям в Астапати. Просто и там они просто загуляют от счастья, что закончилось это все. И когда они будут гулять в какой-то хижине, где-то не там будет, то кто-то придет, скажет, стоп, а в это время ливень идет дождь сильный. И кто-то прибежит, скажет тому стопать, там твоя хижина горит. Горит, прям, представляете, в ливень горит хижина. И она в ливень сгорит, вся хижина. То есть дождь не сможет потушить ее. И там единственное, что от этой хижины останется, это Нарсимхадев стоять будет просто. Вот это божество, да? Да, именно вот это божество. И тогда этот Стопати, он, по-моему, там свяжется с преданным, скажет, забирайте его быстрее, иначе сейчас там вся деревня сгорит. И преданные приедут его и заберут песок, положат его, машину загрузят, и все песок увезут. Но он очень нектарный на самом деле, этот Нарсимхадев. Он для демонов страшный, для преданных он очень нектарный. Если вы присмотритесь, у него прям такая улыбка большая. Он радуется на самом деле. Преданные видят, что он радуется. А демоны видят его оскал страшный. Сели лекции, сказали о том, что наслаждение – это сигнал, или мы должны помнить о том, что неизбежно будут страдания. Вы это можете этот момент раскрыть? Есть разные виды наслаждения. Есть наслаждение, которое свойственно нам, душе. Что у нас есть эта энергия наслаждения, ичха. Мы все равно будем наслаждаться. Вопрос только, с чем мы связываем эту энергию. Например, мы можем наслаждаться с Кришной, и тогда мы прогрессируем. Но сейчас мы на Бхагаватам, мы наслаждаемся с ним. Мы прогрессируем. Но если у нас есть мирская привязанность какая-то, которая тянет нас к наслаждению, то тогда мы обязательно страдать будем. Прабхупада об этом говорит, что причина всех наших страданий – это привязанность. Мы к чему-то привязаны. И вот здесь, если мы разбираемся, опираясь на разум, это с Кришной связано? Или со мной это связано, с моими личными какими-то там? То тогда вот мы не будем принимать решение, с кем наслаждаться. Если с Кришной, мы не будем страдать. Но если без Кришны, это желание. Ичха-шакти, это энергия желания. И она же как раз наслаждение. Одновременно связывается с этой энергией. Мы хотим наслаждаться. С кем-то. Это же энергия наслаждения, она нас тянет в общество преданных наслаждаться.
мы идем с преданными везде, где встречаемся, наслаждаемся от просада, от общения, от киртана, от бхагаватам. Ну, ничего плохого нету. В духовном мире, когда мы в духовном сознании, мы всегда в этом состоянии наслаждения. Причем при этом мы не прилагаем усилия никакие. Мы в этом состоянии находимся. Это наше естественное состояние. Быть в ананде, блаженстве, наслаждаться. А если здесь мы прилагаем усилия добыть это наслаждение, все, тогда будет страдание. Что при этом он не прилагает усилия наслаждаться. Для него естественно утром рано встать. Для него это наслаждение. Это не страдания какие-то, уже надо вставать. Значит, я в мае, вожделение, значит, шкалит у меня еще пока. Идет преданный, джапу читает, книги читает, просад готовит. И он в блаженстве, что страдать? Это его естественное состояние. Скажите, пожалуйста, спасибо за лекцию вашу. Божество на Симхадева, ну, маленькое или какое-то там с Лакшми есть, да? Может только иметь, которое преданное инициирование? Надо у духовного учителя спрашивать. Безусловно, нужно инициировано. Если поклоняться, если прям поклоняться. В любом случае, это должно быть инициировано. Что есть энергоскадевы, где надо прям... Брамачари могут поклоняться только. Вот это. Энергоскадевы могут брамачари поклоняться только. Лакшмины симхадев, прохладный симхадев есть. А это убран висимха. Кто-то разрывает прямо в это время демон. А у нас это божество, он в это время дерется с демоном. Он еще не убил Хирани Кашипу, но он в боевой форме в такой. Убивает демона просто еще. Есть изображение. Есть изображение. Ну можно же просить, да? Допустим, не инициировано. Какая-то проблема, можно же к изображению. Обращаться могут все. Даже и вообще инициирован, даже и не преданные даже могут. Все могут обращаться. Просто, имеется в виду поклоняться. Поклоняться. Да, службу. Да. Легенда среди преданных, что изображение убранного рисунка нельзя держать дома, потому что он заберет деньги, еще что заберет. Сколько это сейчас? Заберет деньги, если это деньги не для Кришны. Если не для Кришны, конечно же, заберет. Потому что они же для демонов будут использованы. Он же разгоняет демонов. Нарисимха Кавачи там даже есть, что он дает все богатства. Это же Нрисимхадев. Все планеты строятся под его просто рык. А если планеты построятся, то на все богатства преданные придут. Все придет к нему. Процветание, богатство, все, успех придет. Духовное продвижение. А так да. Потому что это как-то странно. Мы стремимся к Кришне, и тут же нам нужны материальные какие-то. И Нарисимхадеву это не нравится. Он уже знает наше желание внутреннее, что мы домой хотим все. И он знает, что это мешает. Надо убрать просто все. Скажите, пожалуйста, в каких случаях нужно читать Нарисимху Кавачи? Ее можно всегда читать или какой-то другой период? Ну как рекомендуется, как правильно? Или нет? Понимаете, сейчас Кали-юга на дворе. Если для Кришны, хоть что можем делать, хоть когда. Если для него. Он примет это как подношение просто. Можно наставников спросить, они регуляцию какую-то дадут. У духовного учителя можно заручиться, если прям так есть расположенность какая-то. Но на самом деле, если наша вера в Махаманту сильная, нам не нужны уже никакие кавачи. Ничего не нужно. Наше главное божество, которому могут поклоняться все, это Махамантра.
Но мантра — это божество, надо понять это. Это не просто какой-то набор святых имен, которые мы повторяем, и мы там что-то... Это прям сам Кришна. Он говорит, я в эту эпоху приду как святое имя. Нама-рупа. Все, вот он наш объект поклонения. Ему поклоняться очень легко, как? Просто воспеваем. Это уже как поклонение считается. Почему им прогрессируют, а преданные? А потому что они такого поклонения ведут. Поклоняются ему, этому божеству, святому имени, как воспевают просто. Танцуют еще лучше, значит. Тоже, значит, они пуджу проводят еще. Это танец. Панчататва — это божество Кали-юги. Просто танцуем, поем, все, это поклонение. Считается, приравнивается. Это минимальное поклонение панчататвы, если прям вообще уже ничего никак. Просто станцуй, спой. Один раз в день. Просто станцуй, спой перед ними. И это приравняется просто к высшему стандарту поклонения, потому что панчататвы — самый высокий уровень поклонения. Самый высокий стандарт поклонения панчататвы. Даже Рада Мадхве, Рада Кришне — высокий стандарт, но не такой, как панчататвы. А с другой стороны, панчататва настолько милостивая, что ты, если ты вообще ничего уже не можешь, можешь просто спой перед ними и станцуй. Коряво как-нибудь. И они примут как высочайший стандарт поклонения, потому что Кали-юга. Что они для Кали-юги? Потому что они для Кали-юги. Они божества Кали-юги. Панчататва всех привлекет. Она всех вовлекет в Харинаму. Харинама — это их детище. Хотите почувствовать панчататву, идите на Харинаму. Они там, они в любой Харинаме участвуют. Потому что это Югадхарма. Харинам Санкиртана. Это удивительно. Для них все раскрыто. Все полубоги, все демоны, высшие живые существа, они все расходятся, когда панчататва идет. Никто не может их остановить. Мы были в Джаганнатхапуре в прошлом году. На карте. И мы подошли к храму. К храму Джаганнатхи. И когда, знаете, русскоязычные приходят, белые люди Запада, то браманы напрягаются сразу в это время. Потому что они там знают, что есть пророчество, что придут, да, вытащат Джаганнатху оттуда, и они сразу же убегают. То есть если они видят киртан какой-нибудь, ведут, ну, белые, они сразу же, и сразу узнают, вы типа русские, ну, имеется в виду, с этих сторон, Сибири. Да, и они сразу раз напрягаются, раз вы можете заметить, как охранники начнут подходить просто. Что у них такая там, ну, инструкция есть от администрации, если вдруг где-то что-то сразу раз настораживается, то мало ли что там может быть. И, а мы Харинамы пришли, и нас там, не знаю, что-то, может, 50, наверное, там. Стали прям, где вот этот Патитапава на Джаганнат видно, если кто был в Джаганнатхапуре, главные ворота, он не в зеркале, он прям там возле стены, специально для тех, кто не может туда войти. И он оттуда дает даршан. Он настоящий, изначальный Джаганнат, он там на алтаре стоит, его никто не видит, туда не пробраться никому. Там такая охрана стоит, мистическая. Реально мистическая, там преданные уже что только не делали, там под индусов там косили, и все, и пытались, а индусы, стоят, ну-ка уходите. Видят все, там ни паспорта, ничего не проверяют, так, они видят, в мистике. Там такие кшатарпалы стоят, что там не пройди туда. И мы такие пришли и танцуем. У меня на голове панчататва моя, божества. И браман подходит один, забор, ну, там такой забор подходит, подошел такой. Ну, и спрашивает, что типа надо? Что даршан, говорю, надо? Говорю, пусти к Джаганнат на даршан. Говорю, не, нельзя. Говорю, пожалуйста, пусти. Не меня, вот их пусти. А они хотят на даршан, не я хочу, я их слуга просто. И у него видно, у него тут зависит. Как вот так бы, вроде бы, ну, панчататва, ничего себе, сейчас вот как, попробуем. Не пусти. А он же видит, он же понимает, что это не просто там мурти стоят маленькие. Там, это реально панчататва. Харинама идет, они же танцуют, они же это все видят. Браманы такие, Джаганнатхи поклоняются. Он говорит, я не знаю. Я говорю, так иди узнай.
Ну раз что-то отошел в сторону, там с кем-то поговорил, пошел еще, пообщался там с кем-то, подходит такой, говорит, ну ладно, давай. Давай, берет божества, на голову ставит, пошел туда, в храм. И Панчатата ушла туда, на Дашу загнать. Ушла, и он какое-то время там был, и потом раз оттуда выходит с ними, веселый такой. Панчатату не остановить. Никто не может их остановить. Потому что это божества Кали-Юги, это их мир. Они цари этого мира. Все полубоги, все высшие силы склоняемся сейчас перед ними. Все полубоги, все высшие силы материального мира, все ждут этого времени, когда Махапрабху придет. Потому что они живут очень долго, они живут тогда, когда Махапрабху нету. И им не спастись никому. Они все ждут, когда Махапрабху придет, потому что это единственная лазейка, когда можно спастись с материального мира, уйти в духовный мир. И вот он пришел. И поэтому они все хотят служить Махапрабху сейчас. Все полубоги, они хотят, просто мы сами преданные ничего не хотим. Вот в чем беда. А полубоги ждут, говорят, так давайте, что вам надо, мы сами Махапрабху служить хотим. Мы хотим распространять Харинаму, святое имя, проповедь. Давайте, просите, что вам надо. А мы такие, не, полубоги, это майя. Мы не поклоняемся полубогам. Да, понятно, что мы не поклоняемся, но сотрудничать мы должны с ними. Кто, как не полубоги, здесь всем рулят. Они же здесь всем управляют, они хотят служить миссии Махапрабху. Они же услуги. И там, где вот это есть понимание, там процветание идет в проповеди. Так как вам надо сотрудничать? Так надо идти и просто общаться. Кто мешает нам сейчас проповедовать? Вам кто-то мешает здесь проповедовать? Нет. Нет. А что не проповедуют? Кто-то мешает. Ложное эго мешает. Лень мешает. Страх мешает какой-то. Что нам что-то не разрешат, что-то где-то запретят. Да нет, просто встали за руки, взялись просто. Обсудили, что хотим, прям набросайте. Любой план, любой. Идите прямо в администрацию напрямую, и вас там просто пропустят. Потому что Панчататву невозможно остановить. Там все склоняться будут перед вами. И все вам разрешат все. Только надо делать вот и все. Вот проблема в чем. Слабая вера, мы не знаем, что мы хотим сами. Мы сами не знаем, что мы хотим. Боимся чего-то. Ничего не надо бояться. Сейчас такое время, такое маленькое. Сейчас надо просто найти, как... Со всех сил просто делать, что хотите. Это только сейчас можно делать, что хотите. Проповедовать, как хотите. Просто разум надо включать. Разум, все. Идти на компромиссы, идти сотрудничать. Не бояться идти. Все ворота откроются. Панчататву не остановить. Вот это сознание Кришны. Вот этого Прабхупада хотел. А люди сейчас очень сильно нуждаются в нас. Все в тревоге живут, все боятся кризиса, войны какой-то боятся, все боятся. А преданные могут спасти их, все положение. Только пробуй, пропадывай, если будете проповедовать, ничего не будет. Надо бы не бояться, это же экстаз. Что самое интересное, это интересно. Это интересно, это очень интересно. Вчера я попросил преданных сбросить. Прабхупада объясняет, что такое азартная игра. Он там разбирает принципы 4 во время посвящения. Что такое азартная игра? Маленький такой отрывочек зачитаю. Всего Прабхупада. Азартная игра преданных, это для преданных. Азартная игра преданных, это посвятить свою жизнь Кришне и ждать результата. Это тоже азартная игра, потому что все заняты своим делом. Если человеку посоветовать бросить это дело и взяться за дело Кришны, это азартная игра. Ведь он не знает, чем это все закончится. Вот в чем принцип азартной игры. Мы ставку какую-то делаем, и мы не знаем, чем это все закончится. Прабхупада предлагает, оставьте все свои дела и к Кришне предайте. И это азартная игра. Теперь ждите результата, что будет.
А мы же азартные люди, мы же авантюристы все. Иначе что мы здесь делаем? Только авантюрист может ввязаться в сознание Кришны. Потому что это такая авантюра, это реальная авантюра. Так Прабхупада такую авантюру закружил. Многие до сих пор не могут понять, что это такое. Но мы ввязались в нее, почему? Потому что мы тоже авантюристы, у нас есть этот дух авантюризма. Правда, мы не до конца что-то еще, что-то там боимся, что-то. Нет, это же азартная игра. Мы точно не проиграем. Там не Кришна и Арджуна, там победа. Ну только вера вот. Только вера и все. Верим или не верим? Ну как веру зазнать? Как ты называешься? Общайтесь с теми, у кого она сильная. Читайте. Прабхупаду больше читайте. Там выявляйте признаки веры. Не просто читайте как литературу какую-то духовную. Выявляйте настроение Прабхупады. И оно прям передается. Не нужно думать, что это просто книга Прабхупады. Это он сам. Это если мы читаем, это он нам прям говорит. Не просто вот мы читаем просто. Такая вера должна быть. Это Прабхупада мне говорит все. И тогда вера усилится очень сильно. И каждый раз надо читать. И будет тяжело сначала, потому что демоны внутри. Что он там читает? Не верь этому, это просто шлоки, это просто шастры, там, это просто философия такая возвышенная. Джай Прабхупада, ну все, Джай Прабхупада. Это не просто Джай Прабхупада. Это наше спасение. Мы просто не понимаем, в какой яме мы находимся. Поэтому и не обращаемся к Прабхупаде с такой искренностью. Но если мы это поймем, мы очень будем сильно стараться понять Прабхупаду. Там такая сила, там все есть. Это настоящая вера. Прабхупада настоящая вера. Также у преданных, у кого-то есть все равно вера какая-то. Общаться с ними. Вера это фундамент. Ищите твердых преданных, устойчивых. Есть преданные, которые устойчивые во всем. В садане, в джапе, в служении. Они нектарные, они всегда умиротворенные. Это значит, у них сильная вера. Все, служить этим преданным нужно. Не принижать степень значимости таких преданных, не думать, а это такой преданный у нас, такой нектарный вообще может быть. То, можно, все. Нет, голову в стопы просто служите ему, потому что у него сильная вера в Кришну. А нам этого только не хватает многим. Все остальное, в принципе, мы уже знаем. Все, что нам только вот делать тяжело не можем, как-то вера слабая. Думаю, все-таки нам кто-то другой еще может помочь. Нет. Кроме Кришны нам никто не поможет. Ищите таких преданных. Это понять надо. Это понять как раз, когда нас является таким сложным миром, чтобы это понять, что в каком мире мы находимся. И предаться. А как понять? Читайте. Прабхупаду. Прабхупаду говорит, вы в яме. Господь Читание говорит, вы грибной яме даже. Он не просто говорит яму, он прям называет, это грибная яма. Вот представьте теперь себе, что это такое. Что значит, это надо понять. А что непонятного? Посмотрите вокруг. Посмотрите, что происходит. Все воняет, как в грибной яме. Куда ни посмотри. Читать, просто читайте, проникать. Сначала не будет пониматься, это правильно вы говорите, как? Да потому что веры нету еще пока. Читайте, не, что-то не дается, но хотите проверить, яма не яма, возьмите книги Прабхупады, идите в люди. И вы увидите эту яму, вы любите. Ну так неохота видеть эту яму, лучше так быть в яме и просто не понимать, что я в яме. Нет, надо реально просто столкнуться с этим, лоб в бомб прям просто. Иначе я так и буду несерьезным. Каждый может взять книгу, если хотите быть серьезными, увидеть яма, не яма, ну выйдите в люди. А потом вера усилится. А потом вы поймете одну вещь такую, что когда вы уходите в люди или проповедуете или туда с книгами, в это время мы не в яме. Мы над ямой. А так иначе не заметим. Это единственный метод, который можно будет реализовать убеждение, то, что мы в яме и развитие веры. Получается, этого достаточно. Все верно. Надо выйти просто.
пару раз туда. Вот запах очень есть же люди, которые не способны выйти с книгами на хренам. Нет. Как бы люди преданные как бы объясняются. Но ты знаешь, что таких нет, что их нет? Они есть, эти люди. Есть, у них есть способность выйти. Стесняясь, это совсем другое уже. Что-то мешает. Ну что мешает? Да у всех одно и то же мешает. Ложное восприятие, ложное понимание о себе, кто я такой. Вот и все. Просто мне, вот эта слабая вера есть, я не понимаю, кто я. Тогда я не пойду. Но подойдите в помощь к этому преданному. Вдохновите его. И он пойдет. То есть каждый может пойти. Вдохновите, подойди, скажи, пойдем сходим. На харинаму, можешь не петь. Просто рядом погуляем. Потому что это очень благоприятно. Возле харинамы. Пойдем книги пораспространяем. Ты не будешь распространять, я пораспространяю. Ты рядом просто поноси книги мои. Ну не мои, просто поноси, я у тебя буду брать. Любой пойдет. Просто включать разум нужно, а вот этого нам не хватает. Что мы так обленились просто, что, да, знаете, Прабхупада называл ленивый разум. Это когда я никуда не хожу и как-то так распространяю без всяких движений что-то. Это тоже нормально, но это, говорит, ленивый разум. Ничего, и даже так нормально, потому что мы же все по-разному, ну, отягощены кармой. Не все выйдут, это факт. Но вдохновить можно любого. И об этом Юктишхира говорит. Нету такого сердца, в которое нельзя вселить добродетель. Каждого можно вдохновить. Вопрос только опять же веры. Надо просто переступить через что-то. Взять и переступить. Соломинку так взять, зубы зажать и переступить через что-то. Вот шаг сделать только. Второй шаг естественно пойдет, уже без усилий. Нам просто в этом направлении двинуться. Потом все само собой потечет. Надо идти навстречу к страху. Страх не дает. Если вы уходите от страха, страх за вами идет. Если вы навстречу страху, страх уходит. Простая формула. Теперь можно понять сами, мы уходим от него или мы идем навстречу к нему. Если уходим, то мы трусы. Если идем навстречу, мы герои. Для Прабхупады почему бы не пойти навстречу страху? Для Прабхупады просто. Но он заслужит, чтобы мы для него что-то сделали. Если кто-то заслужит, так это Прабхупада. Если кому-то заслуги какие-то отдать, за то, что здесь все... Только Прабхупаде, а кому еще? Что мы здесь делаем? Потому что Прабхупада нас сюда привел. Ну вот навстречу пойти просто судьбе, и пойти для Прабхупады. И сразу вкус почувствует. Вот сразу вкус придет. Вау! Потому что Прабхупада доволен. Вкус, потому что Прабхупада доволен. Больше никто не виноват, почему у нас вкус появляется. Прабхупада в сердце у любого преданного. Кто повторяет мантру. Прабхупада вошел в сердце каждому преданному, кто повторяет мантру. И он как гуру ведет, это его ответственность. Мачари, это ответственность вести всех своих подданных, как он взял ответственность, он будет вести. Это значит, он в сердце. Не нужно думать, что Прабхупады нет уже. Или Прабхупада там на изображении. Прям в сердце. Так же, как и Параматма. Только мы либо отворачиваемся от Параматмы, спиной или от Прабхупады. И тогда мы говорим, у меня нет Прабхупады в сердце. Но Прабхупада есть в сердце, значит, что бы мы здесь делали, если бы не было Прабхупады. Все, теперь мы пытаемся с Прабхупадой строить так отношения. Что-то для него делать, хоть что-то. Ну хоть чуть-чуть просто, как благодарность ему. И тогда экстаз придет. Это значит, Прабхупада доволен в сердце. И так вера усиливается. Потом жить так охота сильно, активно жить охота. Потому что в любой момент жизнь может закончиться. И все мои эти отговорки, что я не смогу или там не получится у меня, такое просто стыд нам потом принесут, когда мы выйдем из тела. Так стыдно будет. Сгореть можем от стыда просто.
коем веке раз в день брама такой, представляете, вот такая возможность. Один раз, не в день, а в сутки даже. В сутки брама. 8 миллиардов. Представляете, раз такая возможность, я еще нахожу какие-то отговорки, что-то нет, потом подожду. Наверное, завтра, для дня брамы, завтрашний день брамы. Попробую, сегодня я занят, сегодня не хочу. У меня много дел. Похоже, нам остановиться нужно, потому что сейчас еще какое-то мероприятие где-то, да? Не опоздать? Так еще же нету. Читаем, что испытать. А? Больники дальше не вываливайте врагу. Гранта Рашина Бхагаватам ки? Джай! Симхадею Бхагаван ки? Джай! Прабхупада ки? Джай! Нитай гот премананда. Джай! Вальники Прабхупи? Джай! Гуруиском ки? Джай! Чайтан Чандар ки? Джай!